Здравствуйте, вы смотрите программу «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. Сегодня мы продолжаем говорить о гневе, злости и всех аналогичных эмоциях, которые современное общество называет негативными. В прошлом выпуске мы узнали, что от злости есть и польза. Продолжим тему сегодня. В гостях у нас по-прежнему психолог Алена Филиппова. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, злость дает нам энергию и помогает выстраивать и отстаивать личные границы. А как экологично прожить эту злость? О детях мы в прошлом выпуске поговорили так достаточно досконально. Давайте сегодня про взрослых людей. Как не метать молнии из глаз и не бить тарелки? Или, может быть, это и есть экологичный выход злости? Расскажите об этом. Метать молнии из глаз и бить тарелки? Да. Ну, что я считаю? Я считаю, что такое экологичное проживание злости, да? Это такое проживание, которое не наносит вреда ни себе, ну, собственно, ни окружающим людям, да? Бить тарелки, в общем-то, тоже можно, если это происходит не в человека, не в припадке ярости, да, если это происходит так, что я понял, что мне это нужно сделать. А со злостью такая штука, мы немножко об этом затронули в прошлый раз, что не всегда мы осознаем, во-первых, что мы злимся, а во-вторых, мы не всегда разрешаем себе выражать чувства, да, то есть говорить сразу, что нам не подходит, или получать то, что мы хотим, то есть получать ту потребность, брать из среды то, что нам нужно, как-то ее преобразовывать. Неэкологичный выход злости обычно происходит тогда, когда у нас вот этой злости внутри невыраженной очень много накапливается, и уже чайник перекипает, начинает свистеть, да, и, соответственно, вот эта энергия внутри уже не может находиться, и это обычно выливается в приступы ярости. Да? То есть ярость — это такая разрушительная сила, которая уже направлена на, ну, в общем-то, уже кого заденет, того заденет. Да? А что в этот момент происходит в организме? Совсем отключается сознание? Нет? Ну, в общем-то, немножко про биохимию, да, мы уже затронули, что начинает очень сильно активироваться миндалевидное тело, которое перекрывает работу префронтальной коры. А префронтальная кора у нас отвечает за контроль эмоций и за то, чтобы их осознавать. И, соответственно, мы начинаем быть в ловушке вот этих эмоций, да, перестаем контролировать. И чем сильнее себя, ярость, тем меньше контроль. Чем сильнее ярость, тем активнее работает лимбическая система, да, тем больше гормонов выбрасывается в кровь, тем человек внутри более заряженный. То есть, соответственно, тем меньше, ну, а в этот момент префронтальная кора совсем слабенько не работает, и тем меньше мы имеем возможность себя контролировать, да. Это приводит обычно, повторюсь, это следствие, а причиной является то, что чего-то мы очень долго сдерживали, не высказывали, терпели и так далее, и так далее. Поэтому, соответственно, чтобы экологично выражать злость, важно научиться сначала ее уметь ловить, да, и опознавать. То есть понимать, что это здоровое чувство, оно нужно для проставления границ, для взятие потребности, которые мне нужны, да, оно нужно для того, чтобы достигать своих целей, чтобы регулировать конфликты, чтобы что-то преодолевать. И если так случилось, что получается это определить, то тогда что я могу сделать? Я могу назвать себе свое чувство, да, что я сейчас злюсь. То есть важно об этом сказать себе, да, то есть сделать злость легальной и нормальной. Потому что обычно одним из компонентов, которые, скажем, содержатся вот в том, что мы не можем экологично выражать свою злость, это не легализация, это запрет злости. Тогда важно дать себе понять, что мои чувства и моя злость абсолютно нормальная и легальная, что я от этого не становлюсь плохим человеком. Там, не знаю, как мама говорила, будешь плохим мальчиком, если будешь злиться. Ну, например, да? Я так беру условно из детства момент. Из чего-то. Вот. Как только мы понимаем, что мы злимся, мы вдруг обнаруживаем, что это действительно наш ресурс, да, то есть это энергия.
И мы можем смотреть на причины, которые привели к злости. Да? То есть, может быть, это какие-то незакрытые потребности, что я чего-то хочу, а мне чего-то не дают, у меня чего-то не получается. Да? Или кто-то заходит на мои границы, кто-то нарушает мое личное пространство. Да? Тогда, соответственно, мы можем эту энергию преобразовать в то, чтобы нормализовать свою жизнь. Да? Таким образом, мы буквально экологично ее проживем. Если злость адресована другому человеку, то важно об этом прямо сказать, но здесь отличие экологичности от неэкологичности будет то, что либо я начинаю оскорблять другого человека, да, переходить на личность, вгоняю его в стыд и вину, и, соответственно, ну, так, морально уничтожаю его, да, то есть я причиняю вред, да, моя злость начинает разрушать. Соответственно, потом я испытываю сам эту вину, этот стыд, да, она разрушает еще и другого, и меня. Когда мы проявляем злость экологично, мы буквально говорим словами о том, что я сейчас на тебя злюсь, там, за вот такие-то вот вещи, да, и выражаем свои чувства, да, что с нами происходит. То есть тогда мы разрешаем себе чувствовать, мы включаем обратно префронтальную кору, то есть когда мы называем себе злость, можем позлиться на другого. Если другого нет, мы злимся про себя, мы можем также на него злиться, называть свои чувства, даже если он не присутствует. А в вербализации мы включаем префронтальную кору, возвращаем себе контроль над злостью. Такая вот, такой способ, да, он является экологичным. Да, теперь все знают, как поступить, когда на парковке задели машину. Вот подходишь к водителю той машины и говоришь: «Я на тебя злюсь». Да. И злость уходит. Да. Включается конструктив. Ну хорошо, а что делать с этой многослойной злостью, когда в течение дня накапливается? Там, не знаю, начальник на работе что-то сказал не так, в автобусе оттоптали все ноги. И вот это вот копится-копится в течение дня, и вечером выплескивается дома, на близких. Ну, как это обычно бывает, да? Угу. Как не копить, не накапливать? В принципе, механизм абсолютно такой же. То есть разницы здесь практически никакой нет. А если накопил, и вот вечером в такой весь уже злой-призлой приходишь домой, как на близких-то не выпустить все это? Здесь помогает что сделать? Во-первых, здесь помогает, помогают разные техники, да, например, одна из техник, которая мне здесь нравится, это тайм-аут. То есть я понимаю, что сейчас я очень злой, и мне хочется куда-то это выплеснуть, и, конечно, первые люди безопасные для меня, да, обычно злость прорывается на более безопасных для нас людей. Ну, так у нас психика устроена, это дети наши, да, там, супруги, родители. И вот техника тайм-аута — это такая вещь, с помощью которой я могу взять паузу, да. То есть если я чувствую, что я совсем не могу сейчас выдерживать и сорвусь, то я буквально на 10 минут ухожу куда-нибудь в комнату, нахожусь там, да. То есть вот этот накат злости, когда я чувствую, что он сейчас уже направится адресату, я буквально ставлю на паузу. В этот момент волна биохимическая, так скажем, успеет пройти, префронтальная кора включится, я смогу уже что-то делать. Да? А это тоже какие-то биологические механизмы работают так вот, как часы? Что вот когда ты уходишь, все это успокаивается? Включается префронтальная кора, у меня появляется возможность контролировать, регулировать и осознавать. Да? То есть я обучаю свое тело и свой мозг не действовать вот по принципу животного инстинкта, да, что появилось чувство, там появилась эмоция чистая, я сразу ее направил. Да? Я обучаю себя контролю. Да? Что мы еще можем сделать? Мы еще можем переключиться. Да? Очень хорошо работает, когда вот мы пришли, мы очень злые, расстроены, нам хочется, не знаю, на кого-то сорваться. Хорошо работает переключение. То есть даже был такой эксперимент, проводился он с детьми. Ребенка помещали в помещение, ну, в комнату, значит, в пространство, и клали какую-нибудь вкусняшку, конфету, печенье. И, значит, говорили, что сейчас ты
выдержишь там 30 минут и не будешь брать эту конфету, то я тебе там дам 2 конфеты потом. И, в общем-то, кто-то справлялся, кто-то нет. Но что было замечено учеными, что дети, которые все-таки справлялись с этой задачей, они себя отвлекали. Ну, они могли начать чего-то там рисовать, крутить волосы, прыгать, ходить кругами. То есть они буквально переключали наше внимание, да. Соответственно, когда мы переключаем внимание, наша миндальная, которая отвечает за защиту от внешней агрессии, она в буквальном смысле становится меньше, успокаивается, и психика приходит в норму. Еще очень хорошо помогает буквально проговаривать домашним, ну да, то есть такой предупредительный сигнал, что сейчас я не могу там слушать ваши разговоры, я сейчас не могу реагировать на ваши просьбы, я сейчас очень злой, накрученный, мне сейчас будет хотеться на вас срываться. Да, то есть чтобы домашние вошли в положение, поняли, и тогда заключается некий такой контракт. То есть либо человеку просто не трогают какое-то время, либо он говорит, как ему помочь эту злость прожить. Да, ну, не знаю, там, например, просто погладить, просто обнять. Да. Ну, разные бывают способы. А вот еще рекомендуют спортом заниматься, и что физические упражнения, злость уходит вот в силу. Да, физические упражнения тоже достаточно неплохая вещь, да, когда мы чувствуем внутри вот именно эту энергию, да, не когда мы опустошены, раздражены и вот в таком состоянии, когда мы чувствуем именно вот этот избыток энергии, да, то тогда можно буквально ее во что-то выплеснуть, чтобы адреналин ушел. Это может быть, правда, побить грушу, например, да, или там побегать круги вокруг дома, не знаю, там, потягать штангу, да, это тоже может помогать. А есть, кстати, какая-то закономерность, какая злость куда идет, какая в энергию, которую нужно во что-то вылить? Физические упражнения и вот та злость, которая в момент опустошения нас настигает. Понимаете, сама история про злость, это же, есть же несколько разных злостей. Есть просто одна энергия, да? Вопрос, что вызывает эту злость, да? Если злость вызывает какая-то постоянно неудовлетворяющая потребность, это нас опустошает. Если мы должны чего-то достичь, то есть выиграть на соревнованиях, да, то у нас возникает та злость, которая помогает нам, в общем-то, брать большие веса, бежать в марафоны и так далее. Да. То есть все зависит от того, не нарушены ли наши границы и удовлетворяются ли наши потребности. Поэтому спортсменам говорят, что надо разозлиться перед тем, как выходишь на старт. Да, это правда. Насколько часто, ну, среднестатистический человек вот эту злость испытывает? Есть ли какая-то граница, что вот злиться по каждому поводу, например, и это уже не норма? Mm-hmm. Или как вот это происходит? Где грань разумного и адекватного mm-hmm. выражения mm-hmm. в количествах? Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, злимся мы по много раз в день. Ежедневно, да, просто мы эту злость иногда не познаем, не замечаем. Если человек злится в большом количестве, это говорит о том, что злость именно накопленная, вот как вы ее называете, многослойная. Только эта злость может происходить там днями, месяцами, годами, да, подавляться, перерастать, например, в депрессию, внутри которой тоже постоянно возникает раздражительность, да, и тогда как таковые объекты вокруг нас, даже изначально, может быть, и не триггерящие нас, и не вызывающие каких-то реакций раздражения, да, каких-то стимулов, они все равно будут нас раздражать. А та злость, которая возникает в течение дня, является нормальной, обычно мы с ней можем справляться. Тут стоит, я скорее предлагаю замечать на ваше состояние внутреннее. То есть если вы чувствуете, что вы действительно несоизмеримы с реальностью, начинаете злиться, да, что, казалось бы, ничего страшного не произошло, а как будто бы у меня вот она, вот злость, она уже наготове, да, значит, стоит обратить внимание на то, что происходит в моей жизни.
что с моими потребностями, что с моим качеством жизни, что вообще, что вокруг меня может являть большое значение, являться, например, среда, играть роль, да, то есть мы можем испытывать недостаток сна, или у нас могут быть вокруг постоянные стрессы, какие-то сильные триггеры. А мы можем жить в целом в напряженной обстановке. Да, и такая напряженная обстановка постоянно будет активировать миндальную, соответственно, которая будет постоянно держать нас вот в этом вот тонусе, постоянно будем чувствовать вот это вот фоновое раздражение и злость. А как не впитывать негатив извне? Это же ведь тоже как цепная реакция идет. На меня сорвались, потом срываюсь я. Ну, то есть вы хотите сказать, как не сливаться с тем человеком, кто испытывает негатив? Да, как не пропускать через себя это все, когда, тем более, это к тебе никакого отношения не имеет. Ну, вы имеете в виду, когда на меня злятся или когда просто рядом со мной кто-то злится? Ну, на меня, когда злятся. Когда то даже злятся. Если рядом. Это все равно на меня, сказывается. Ну, тут немножко разные механизмы, да, то есть когда человек злится на меня, обычно у нас, когда мы как мы злимся, да, мы начинаем обвинять, использовать ты высказывания, да, и, соответственно, а у нас у каждого есть какие-то свои уязвимые места, уязвимые зоны, да, когда меня вот чем-то так вот тыкают очень, очень громко, громким тоном, это начинает так или иначе попадать в какие-то мои уязвимые зоны, да, я начинаю чувствовать там какие-то неприятные чувства, например, страх или вину. И уже из этого чувства, которое я ощущаю, я начинаю, например, защищаться, да, и тогда сливаюсь со своим обидчиком и, в общем-то, попадаю вот в этот вот замкнутый круг. Здесь очень полезно понять, что человек сейчас испытывает эти эмоции не потому, что я какая-то плохая, а потому что у него есть отчаяние, и в данный момент он испытывает беспомощность, то есть он не может контролировать себя, да. И говорит такие вещи не потому, что со мной что-то, возможно, не так, а потому что ему просто сложно себя контролировать. Да? То есть немножко перевести фокус себя на то, что происходит. Да? Вот. Это, наверное, что самое первое. Что касается, когда человек находится рядом с тем, кто постоянно находится в негативном, раздраженном, злом состоянии, да, мы, люди, вообще достаточно эмпатичны, благодаря открытым зеркальным нейронам мы это понимаем, да, что нам очень легко, большинству из нас легко понять эмоции другого человека, да, понять, что он чувствует. А проблема заключается в том, что мы начинаем таким образом как бы подсливаться с другим и перестаем чувствовать, где наши чувства, а где чувства другого человека. То есть мы можем начинать в прямом смысле испытывать те чувства, которые испытывает другой. То есть, если, например, ко мне пришла там подруга, она очень интенсивно злится, да, я могу подсливаться с ней, чувствовать ту же злость, и тогда в какой-то степени это будет работать для меня разрушительно. Да. Здесь я предлагаю, если вы очень склонны, например, вот так сливаться с другими, и вам сложно распознавать, где ваши чувства, а где чувства других людей, а это бывает характерологической особенностью, и тогда с этим, ну, достаточно успешно работают психологи в терапии, да, с этими историями. Тут очень полезно, во-первых, замечать, что со мной сейчас происходит. Ну, вот там он сейчас злится, да, я начинаю подхватывать эти чувства, а что тогда я, как сейчас я себя чувствую? И здесь можно, ну, как-то присоединяться в плане сочувствия к человеку, но пытаться не брать ответственность за его эмоции, да. То есть понимать, что это его эмоции, а не мои. И вот это вот разграничение, оно поможет, в общем-то, оставаться самим собой, да, и не брать эмоцию, не делать ее своей и не усиливать ее. А вот еще про семейные скандалы. Это что такое? Это будет экологичным проживанием каких-то недовольств супругов друг другом или это крайняя мера накопленной такой злости и недовольства? Что такое семейные скандалы и вот этот вот негатив, который выплескивается с точки зрения психологии? Семейные скандалы, к ним на самом деле все относятся по-разному, ну, потому что у нас есть очень разные культурологические, религиозные, значит, слои, да, разные устои, разные послания, которые нам дают разные культурологические эти слои. Ну, как, например, в религиозном обществе
запрещается, да, буквально скандалить, ссориться, особенно женщинам, да, там приветствуется смирение и так далее. А само по себе такое понятие, как семейный скандал, может быть как разрушительным, так и неразрушительным. Во-первых, если к этому относятся оба партнера нормально, то есть если не один другого постоянно там за что-то ругает, кричит на него, срывается, да, а партнер является контейнером, в таком случае, конечно же, это будет не полезно. Если оба вспыхивают, да, оба говорят что-то очень эмоционально, может быть, кричат, и потом оба также замолкают, в краткосрочной перспективе, без необходимости, если люди друг друга не оскорбляют, да, то есть потому что обычно, когда я в таком состоянии, мне очень трудно контролировать свои слова, это может быть даже полезным, да, это является таким выплеском накопившихся эмоций, которые, ну, может быть, люди, например, людям сложно осознавать, сложно говорить сразу друг с другом, да, ну, нам очень тяжело бывает в парах разговаривать. Вообще идеально, конечно, разговаривать и спрашивать, что происходит. Но бывает такое, что нет возможности, да, или там не смогли поговорить, и вот это накапливается. В этом случае это будет, ну, просто разрядка накопившихся эмоций. Важно, что мы делаем потом, после этого скандала, да, то есть очень важно потом как-то его обработать, да, то есть это взаимно извиниться, чтобы показать все-таки ценность и важность другого, да, потому что когда один кричит на другого на повышенных тонах, то другой это может считать не то, что я просто выплескиваю эмоции, прямо сейчас на тебя злюсь. Другой это может считать, как я тебя не люблю как человека, да, то есть ты для меня, как вся личность, становишься плохой. Здесь тогда очень важно дать понять партнеру, что сейчас это просто мои эмоции, да, и продолжаю при этом тебя любить, даже когда я на тебя кричу. Или там, когда мы оба кричим. Тут важно взаимные извинения и вынесение, ну, каких-то, наверное, каких-то опытов, да, для обоих людей. То есть, ну, как-то сгладить ситуацию. Один из партнеров может, например, не идти на примирение, да, он может продолжать обижаться, дуться. Это совершенно нормально, наша психика тормозит от взвинчивания по-разному. Кто-то очень быстро отходит, а кто-то, ну, кому-то для этого нужен там несколько дней, да. К этому я предлагаю отнестись достаточно терпеливо и, ну, пробовать не оставлять человека прямо наедине, ну, продолжать быть с ним, просто пробовать потихонечку переводить его на отвлеченные темы. Ну, там будешь чай, да, там, ну, что-то вот такое, чтобы у человека постепенно его нервная система возвращалась в покой, чтобы он смог уже с вами контактировать. Совершенно обратная сторона скандала — это ругань. То есть ругань имеет низкий или средний порог интенсивности. И обычно возникает не по ощущению выплеска эмоций, а по мелким каким-то бытовым вещам, по попыткам именно уколоть другого, да, в чем-то и происходит достаточно долгое время. Вот ругань постоянная, которая происходит ежедневно, она, правда, является довольно токсичной. Из нее достаточно тяжело выходить, ее достаточно тяжело осознавать, потому что она становится частью жизни, и она достаточно часто приводит, к сожалению, к развалу семьи. Мне встречалась такая точка зрения, что злость — это обратная сторона радости, и что если ты не умеешь проживать что-то одно, то и другое для тебя тоже недоступно. Это так и есть? Я могу сказать точно по этому поводу, что все эмоции цепляются как вагончики одна за другую, да, и злость, и радость, и печаль, и удивление, и восхищение. И если мы придавливаем что-то одно, то у нас снижается чувствительность ко всему остальному, да. То есть если мы нам не удается что-то одно выразить, мы это себе прямо запрещаем, тогда мозг считывает так, как будто мы запрещаем в целом эмоциональный спектр. Да. Вот я могу сказать, что это скорее на все эмоции распространяется. Угу. А длительное подавление злости может привести к каким-то соматическим заболеваниям? Есть такое? Да, может привести к различным нарушениям. Ну, так как, повторюсь, да, злость — это энергия,
которая направлена на разрушение чего-то, на преобразование среды, да, на там, удовлетворение своих потребностей. Ну, во-первых, если мы испытываем долго стресс и долго злость, то у нас биохимически просто держатся те симптомы, которые нужны на быстрое реагирование, да, то есть у нас постоянно, например, повышенное давление, или у нас постоянная слишком тщательно работающая сердечно-сосудистая система, да, что приводит к изнашиванию. Например, если мы долго чувствуем злость, у нас, соответственно, выбрасывается много кортизола. Это может влиять на щитовидную железу, да, у нас подавляется выработка инсулина. Преобладание одних гормонов подавляет, значит, выработку других, что может, например, приводить к сахарному диабету. У нас может нарушаться дыхательная система, то есть там тоже разные свои истории происходят. Может нарушаться выработка желудочно-кишечного сока, да, желудочного сока, точнее, да, нарушается работа ЖКТ, что будет связано тоже, ну, там, с разными нюансами. И, в общем-то, если у нас долгая история со злостью, с ее подавлением, то чем-то это нужно будет все равно заменять, и часто такое подавление хроническое приводит к разным зависимостям. Это тоже будет влиять на тело, само собой. Алена, наша программа подходит к концу. Давайте подытожим, наверное, вот все, что мы сказали, рассказали про злость. И вот еще раз, обращаясь, может быть, к нашим телезрителям, давайте скажем, что такое злость, что это все-таки не негативная эмоция, да, как у нас устоялось в обществе, как с ней познакомиться и как ее прожить. Да. Злость — это действительно достаточно важная эмоция, которая помогает нам в жизни буквально жить эту жизнь. То есть без злости мы бы не могли качественно проживать жизнь, добиваться того, чего мы добиваемся, преодолевать какие-то сложности, справляться с какими-то трудностями, понимать, что для нас подходит, а что нет, понимать, кто наступает на наши границы, а кто нет. И со злостью я предлагаю дружить, узнавать про свою злость, изучать свою злость. Можем задавать себе вопросы, да, что для чего сейчас мне моя злость нужна, чего полезного сейчас делает со мной моя злость, для чего она сейчас нужна мне в конкретный момент, да, или от чего она меня защищает, что я получаю благодаря этой злости. И такими вопросами вы будете лучше знакомиться с собой, со своей эмоцией, соответственно, сможете управлять этим, что приведет вас к проживанию более качественной жизни. Спасибо большое, Алена, за беседу. Вы смотрели программу «Разговор по душам». Увидимся через неделю. Всего доброго. До новых встреч.